все настолько плохо, мы помогаем кому-то переехать. Что? У него столько скарба. Дело есть дело. Лишние деньги никому не помешают. Даже простые вещи стоят нашего внимания. Вот что действительно стоит внимания, Варнава. Они убьют всех. Зачем? В чем они провинились? У лагеря спартанцев есть еще люди. Персы? Хозяйка орла. Ты хозяйка орла? Беги! Охотник будет рад, когда получит твою голову. Попробуй, отбери. Ты ниже, чем говорят, хозяйка орла. Нужно помочь людям у лагеря спартанцев. Пойду туда. Интересно, кто меня спас? Помешаем им! Хозяйка орла. Лучше Кассандра. Меня зовут Натак. Им известно мое прозвище. Ты знаешь откуда? Нет, но похоже, они что-то ищут. Хотелось бы знать, кто такой охотник. Если он здесь, нам конец. Я позабочусь о людях. Воин ордена прошел здесь, убивая всех встречных. Рядом его следы. Я пойду за ним. Спасибо, Кассандра.
За что? За помощь. Только ты откликнулась. Я занимаюсь ранеными. Никто не выжил. Несправедливо. Судя по трупам, он шел к реке. Трупы спартанцев. Вверх по реке еще. Нужно найти убийцу. Откуда персы знают, кто я? Ловко. Этих персов застали врасплох. Стража. Значит, путь правильный. Элитный страж. Кто-то добрался до него первым. Кто-то умелый. Отец, нет! Но так, что ты делаешь? Это хозяйка орла. Он твой отец? Хозяйка орла. Нужно идти, Натак. Солдаты уже в пути. Наше убежище под скалой аркой. Приходи. Кто эти люди? Я думал, нам удалось скрыться. Это орден. Знаю. Еще одна деревня пала. Орден набирает силу. Тем более нужно держаться в тени. И позволить невинным погибнуть? Они уже погибли. Ты не справишься один. Мы должны быть осторожны, Натак, ты ведь знаешь.
Сожженные деревни, спартанцы в сговоре с персами, нападение злобного старика. Я сильно не в духе. Объяснитесь, ну. Как ты нашла нас? Я помог. Не хочешь выдать еще пару тайн? Что здесь происходит? Персы, командующие спартанцами? Члены Ордена Древних. Могущественного тайного общества, что управляет персидскими царями. Тайное общество? Сколько же их? Я задавала этот вопрос, когда ты напал. Кто ты? Я Дарий. Имени мало. Она достойна. Люди, жаждущие силы и власти, были всегда, как и те, кто противостоит им. Что делаешь ты? Я расскажу тебе историю о царе Ксерксе. Это случилось давно, в Персии. Все погибнете зря. Орден не остановить. Сила не помогла им защитить тебя от меня. С тех пор они ищут нас. Не каждый день встречаешь человека с такой историей. Не каждый ее узнает. Но сейчас Орден здесь. Они жгут деревни и убивают невинных. Что они ищут? Не нас. Здесь безопасно. Орден Древних уже давно потерял наш след. Нет, охотник ищет тебя и таких, как ты, проклятых. Теперь ты должна сделать выбор. Борись или беги. Отец! Нужно узнать об этом больше. Может, Натак расскажет мне что-нибудь? Mm-hmm.
Хочешь с кем-то сразиться на арене?
Если ты ищешь Натака, он ушел на охоту. Люди куют копья и мечи, а зубы и когти — творение богов. Вперед! Податься. Ну,
Греция избавлена от тебя. Все действуют по плану, пока не сломают кости. Элла! Здесь меня могут заметить. Иди! Я сокрушу тебя и принесу твои кости в Домокаресу! Избавилась от тебя и твоей жуткой маски. Да кто боится пары волчат?
Играешь,
горю! Бежим отсюда! Спасибо, Мисте. Мерзавцы схватили меня. Но они не понимают, что меня не удержать в заперти. Никому. Даже ордену. Вот как? Обычно я пью вино и наслаждаюсь прекрасным видом. Но их грязные наемники постоянно ходят мимо и все портят. Ой, прости. Ничего. Знаешь, я подслушала, что они прислали сюда еще троих наемников. Представляешь? Я помогу тебе. О, да. Помни, что наемников трое. Расправься с ними, и мы вместе выпьем вина, наслаждаясь видом. Хоть ты тоже наемница. Я не против.
Давай. Мертвы, нужно найти ту старушку и угоститься ее вином. Баб, что случилось?
Какой-то наемник ударил ее ножом в спину. Она с трудом дошла сюда, все бормотала, что не даст им испортить вид. Я заслужила это вино. Чудный вид, бабуля. Нельзя прятаться вечно! Я найду тебя! Назначена награда! Гляди в оба! Это тебе. Выпей, бабуля.